Добрый день, и сегодня я расскажу, как создавать диаграммы в Microsoft Word. Итак, для начала, чтобы создать диаграмму, нам нужно перейти во вкладку «Вставка». Затем выбрать, собственно, саму диаграмму. Да? Ну, рассмотрим самый часто используемый вариант, это все-таки гистограмма. Да? Вот выбираем гистограмму, и у нас получается вот так, вот такой вот уже макет, который дальше можем использовать. Как правило, мы используем у нас, то есть, две категории, да, и, как правило, по двум каким-то моментам. Смотрим, категория 1, категория 2, категория 3, категория 4. То есть, если мы хотим, чтобы у нас было меньше вот этих вот, да, допустим, 3 всего категории, мы ловим вот здесь вот такой вот значочек стрелочки и вот таким вот образом убираем. Таким образом, мы будем, ну, то есть, это вообще можно удалить, мы будем использовать только вот эти вот три значения. Чаще всего сравнивают какие-то две характеристики, поэтому точно так же можно поймать этот значок и сделать вот так вот. То есть по каким-то двум характеристикам мы сравниваем, да, различные значения. Ну и теперь осталось просто вот в этих вот моментах, да, здесь, если мы хотим что-то изменить, да, вписываем сюда какие-то числа, допустим. Вот так вот. Да? И сама диаграмма, она уже меняется. Чтобы она у вас сохранилась, просто нужно нажать где-нибудь сбоку, то есть можно просто закрыть ее, и у вас диаграмма останется. Также можно здесь написать название, изменить ряд категории. Собственно, все. Спасибо за внимание. До свидания.